Итак, друзья, это безуглеводная неделя и мои безуглеводные приемы пищи. Без лишней болтовни я на своем примере покажу то, что я ем в эту самую безуглеводную неделю. Никакого тут волшебства нет, это первый прием пищи у меня. По времени половина 12 дня я выполняю, ем вот это то, что вот на тарелочке, два куриных жареных яйца, котлета и овощи, консервированный перец, там еще что-то, короче, какие-то овощи, в общем. Первый прием пищи я ем строго после кардиотренировки. Вот такой вот он незамысловатый. По сути, это белково-жировой прием пищи. Яйца жареные на подсолнечном масле. Следующий прием пищи будет строго через 3 часа. Итак, прием пищи номер 2. Это, пожалуй, самый объемный мой прием пищи за сегодняшний день. Это тушеная капуста с куриным мясом. Опять же, все примитивно и просто. Ну и, кстати, вкусно. Но углеводов тут вообще ноль. Тут, по большей мере, куриный белок, разумеется, и куриный жир. В безуглеводной неделе по поводу жира вообще не парюсь. Он нужен, он тоже является частью источника энергии и, кстати, тоже помогает в жиросжигании. Поэтому жир, он нужен. Сейчас поглощаю это, и строго через 3 часа будет третий заключительный прием пищи. Итак, заключительный третий прием без углеводной пищи, половина 6 вечера. Это яичница из 3 яиц, все та же куриная котлета и овощи, консервированные овощи. Перец, там лук, какие-то кусочки помидоров, короче говоря, довольно-таки аппетитно и съедобно. Этот прием пищи у меня самый белковый, кроме этих 3 приемов пищи, которые я вам показал, других у меня больше нет. Я уже привык так питаться, мне удобно. Непроизвольно у меня получилось, что я питаюсь в рамках периодического голодания. Начинаю есть примерно в 11 или пол 12 дня и заканчиваю примерно в пол 6 вечера, последний прием пищи. Я неумышленно стал питаться именно в рамках периодического голодания, это, можно сказать, случайность, но мне так удобно. И главное, на мне это отлично работает. Безуглеводную неделю я так и живу. Мне удобно питаться именно так, мне комфортно, так я и буду питаться. Я так питаюсь уже начиная с сентября прошлого года. Это я вам показал свою безуглеводную неделю, именно питание безуглеводной недели. Следующая неделя у меня будет уже с углеводами, намного приятнее, но об этом поговорим попозже. Я думаю показать вам рацион питания и углеводной недели. Друзья, а на этом все. Я надеюсь, видео было для кого-то из вас полезным. Этот рацион является не командой к действию, это чисто мой вариант. Я не стану никому его навязывать или рекомендовать. Так питаюсь я, мне это комфортно. А вам, друзья, я желаю спортивного долголетия и удачи. Пока!